Представители общества стали участниками международной научно-технической конференции. Она проходила на базе «Газпром» в НИИГАЗ и впервые в онлайне. Сотни участников из 7 стран обсуждали технологии подводной добычи, геологию, разработку и освоение морских месторождений на российском шельфе. У «Газпром добыча Ямбург» таких несколько в районе Обской и Тазовской губ. Их запасы уже разведали и провели экспертизы. В процессе бурения и экологического контроля эти данные уточнят дополнительно. Партнеры общества в этом направлении – отраслевые институты, опорные вузы и профильные компании «Газфлот» и «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». Наш представитель тоже выступил с актуальным докладом. Особенности проектирования шельфовых месторождений на примере месторождения Каменномысское море. Шельф Дальнего Востока, он меньше по размерам, чем шельф Арктики. И по нынешним представлениям ресурс Арктики гораздо больше. Но они менее изучены, в связи с меньшей доступностью.